На улице Сахалинской большегруз не выдержал веса собственного контейнера и скатился со склона, при этом многотонник повредил внедорожник и минивэн. А в тот вечер хозяйке Сузуки и Скода до поворота к дому оставалось проехать несколько метров. Подъезжая к светофору, она обратила внимание, что идущая впереди фура резко остановилась, а затем многотонный контейнер поехал назад. Все, что успела предпринять хозяйка внедорожника, включить заднюю скорость. Но это не спасло ее от столкновения. Машину прижало контейнером и протащило вниз порядка 5 метров. Он шел прямо. Сзади, да. Он поднимался вверх, потом резко назад. Протащил меня зад. Я переключила скорость. Я вообще испугалась. Я думала, она сейчас вот. И девушка сзади еще. Как я перепугалась ужасно. Ну, страшно. Страшно, конечно. Ну что, такая фура раздавит, все. Оказавшись под контейнером, женщина заметила, что сзади нее находится еще Mazda Primacy. Ее хозяйка, так же как и рулевая внедорожника, не успела перестроиться и объехать многотонник. Но она смогла избежать серьезных повреждений, сдав назад. Расскажите, что случилось с машиной? Ну, машина не вытянула. Нажал на тормоз, машина покатилась назад, на тормоз нажал, уже поздно. Вполне вероятно, что авария произошла в результате перегруза контейнера. Дальнобойщик перевозил формы для пластиковых бутылок. После того, как сотрудники ГАИ оформили ДТП, его участники направились на водительскую комиссию. Поврежденные машины женщины намерены восстанавливать за счет страховых выплат по ОСАГО.